Секретарь, эксперт по чистоте речи Владимир Сыч. Добрый день, точнее добрый вечер. Вот уже начал сам свою речь портить. Но был на последних выступлениях, знаю, что я рекордсмен по букву А. И сегодня я решил покритиковать своих коллег по цеху. Безусловно, победителем вышел мой коллега Сергей Думилин. У него 38 различных звуков. И наконец-то я могу официально при всех сказать, потому что это ему постоянно говорю на работе, необходимо исключать бот. Бот, к сожалению, его любимое слово, он его любит употреблять наиболее часто. Также хочется выделить довольно опытного, точнее очень опытного участника, это Михаила Ватутина, но мы видим, как да, человек, который только вчера узнал, что то есть ты просто поленился, мало подготовился и ловил свои 16 звуков. В сессии импровизации было все довольно чисто, только участник номер 2 допустил 14 помарок. Из оценочной сессии Екатерина и Мария идут вровень по 11. И я хочу отметить нулевых участников, тех, кого на самом деле не первый раз слышу кристально чистую речь, это Юрия Майского, Михаила Покутного, Кирилла Геренкова, Кристину Шарыкину, которые просто своим позитивным и очень грамотным построением речи с исключением любых слов паразитов заставляют нас собственно, мотивацию свои цели поднимать и стремиться выступать также хорошо и замечательно. У меня все. Спасибо.